қазақша қалай оқиды оны? Орысша дайындалып келген. Келесі жолы қазақша өткіземіз. Переполненный зал не смог вместить всех желающих. На публичное слушание Куаджилу Орталык 3 пришли тепловики, энергетики, чиновники, представители общественных объединений Дамкомы. Обсуждение регламента было бурным. Активисты добились того, чтобы время слушания длилось не меньше 2 часов. Квадратный метр отапливаемой площади, по нашим расчетам, составил 460 тенге, а в городе тариф за тепло 124 тенге за 1 квадратный метр. Понимаем, что повышение тарифа очень болезненно, но у нас нет другого выхода. Не успела представитель Куаджилу Орталык 3 озвучить новый тариф на тепло, как на нее обрушился шквал недовольства. Мурсатовцы хором стали высказывать свое возмущение. Поднять тариф 2 раза они назвали настоящим безумием. Домкомов микрорайона Нурсат не интересует, сколько было затрачено тепловиками гигакалорий и сколько ушло на строительство автономных котельных. Их интересует один единственный вопрос. Почему все расходы должны ложиться на плечи потребителя, когда закончатся бесконечные поборы? И так еле-еле сводим концы с концами. А теперь этот новый тариф. Общественники, которые не пропускают ни одно публичное слушание, уверены, что тепловики собрали нурсатовцев для галочки. В итоге коммунальщики все равно будут в выигрыше. Предложенный тариф в микрорайоне будет утвержден, несмотря на недовольство и возмущение жильцов. Когда вы слушали народ, если бы вы хотя бы раз прислушивались к просьбам граждан, слушания прошли бы с участием самих жителей, ведь они платят комуслуги. Теперь скажите, почему жители микрорайона Нурсат должны платить по новому тарифу 460 тенге, а абоненты многоэтажек города будут продолжать платить по тарифу 124 тенге за квадратный метр отапливаемой площади? Вы своими действиями и лбами сталкиваете людей, нурсатовцы будут возмущены. Это грабеж, так нельзя. Почему все расходы коммунальщики хотят возместить через повышение тарифа? Домком Жумабай Култасов просит тепловиков и местную власть принять во внимание, что в доме номер 50 в микрорайоне Нурсат проживают малообеспеченные семьи. Каким образом они смогут оплачивать новый тариф, когда за действующий платят с трудом? Жизнь уровень людей, например, на среднем уровне. Чтобы поднять цену тарифа, надо сначала смотреть, как люди живут. Мне, например, 50-го дома, мне живут там одни инвалиды, одиночные, и домские. Но они несчастные, сейчас 200 тенге не может платить. Но как они будут 400 тенге платить? Тогда придется только на улице сидеть, ждать, когда Бог даст. А так уже не пойдет дело. На Нурсате теплосчетчики установлены практически во всех многоэтажках. Несогласные с повышением тарифа считают, что тепловики не рады таким приборам учета. Показания по факту их явно не устраивают. Лишнее дописать не получается. Вот и выходит, что до наступления очередного отопительного сезона в Куаджилу Орталык 3 решили подсуетиться и поднять тариф на тепло. Нурсатовцы вместе с активистами настроены решительно. Они намерены отстаивать свои интересы до победного конца. После публичных слушаний вопросом тарифа на тепло займется экспертная комиссия. Шанару Уразова, Марат Давлетов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».